И друзья, всем привет! Сейчас мы будем делать неоночку. Вы думаете, да? Да. У меня есть коала. И погнали. Я больше тоже, что у меня скоро 2000. У меня и кота. Она не придется пока за одним котиком ухаживать, потому что не знаю почему, потому что кот Брайт Пэт и Флайт Пэт, и мне по-моему будет скоро неонка. Никто больше не следит за животными, только я. А серая? За куалу я не хочу. Если там будет пандочка, кенгурушка, ну да, могу продать ее только. А серая, это флайт, но больше не хочу. Я уже подбегаю. Интересно, продаю. Что? И Матейн, оно у меня есть. Телепортируемся домой. И, кстати, посмотрите описание. Видите видео каждую. Всегда вот в среду, четверг, пятницу и воскресенье. Только так. А вот сегодня четверг, завтра видео еще выйдет, и еще в субботу оно не выйдет, там. Раньше каждый день снимал, теперь нет. За куалу только фигню подают, кстати. Дали куалу, но вот не всегда куалу мне эту. Вот. Это может быть трансляция у нас, хотя я еще на компе делаю, но ладно, мне трансляция сама будет. Вот кто был, тот и был, все. Ха. Кого не было, то получается так. Видео, наверное, будет длиться 20 секунд. 20 секунд. Догоняй. Центр нас не догонишь. А, догоняет!
Нет, догоняет, догоняет, догоняет. Придаст она мне его или нет? Ну, как обычно. Так, мы поесть. Ну, может, если мы неонку сделаем, кто знает. Круг. И она только... Она только до постена дошла. Мне еще до самого конца еще чуть-чуть осталось. Ну, как сказать, чуть-чуть. Кто был на трансе, тот поймет. Ну, потому что мой брат не сможет, потому что он не любит эту игру. Хотя у него есть... Надо было собачку у него забрать. Ну, посмотрим, может быть, он зайдет на мой сервер. Да, друзья, кто зайдет на мой сервер, получит от меня сюрприз. Ну, а за видео, кто подпросит у меня, друзья, просто так? Нет, я говорю сразу на видео прям. Прям на видео я дарю вам. Игра, где собачка и машина. А вы знаете, что мой брат не любит Roblox? И он говорит, Майнкрафт это говно, прикиньте. Так, предложим коалу. Что она мне за коалу? Звездочку. Звездочку. Коалочку. Да еще не хочу. Я буду качать скин. Нет, это мне такой какой-то. Так, я вас это скин не качаю. Тут. Так, это что? Все. Да, ну не буду я ничего продавать. Кот. Ладно. Это не нравится. И что нам не за это даст? Хотя по тхнению полно котиков у меня. Да, круто. Мне еще неонку надо. Ну что? Куалочку хотела. Куалочку за это я не хочу. Мало. Смотрите. Не буду я их продавать. Не надо я. Так.
только два пэта. Сейчас будем ждать ему пэта. На, пэт. К примеру, ей. Кому кидаем? Так, кидаем, примеру, ему. Как? Что мне взамен? Не продадит она такое дорогое. Ха, что? Вот так я ничего не продаду. Да, сама. Так, это он тратит, может быть, не продаст. Блин. Так, куда он? Вагаум. Да, друзья. Если вы не попали на этот сервер, то простите, простите. Я ж когда в личку буду мне писать, дай полис по этому. Я ж не буду говорить нет. Да, надо было дома. А было раньше, вам на трансе просить. А потом, когда. У меня 14 лет заканчивается. Вот. Да. Кстати, друзья, пожалуйста, наберите хотя бы 4 лайка. Такой тройки не принимаю. Она будет на веник. А, он еще объяснил. Скоро будет, знаете, сколько? Я куплю себе дом китайский. У меня, друзья, наш 14 лет подход к концу. И да. Каждый, друзья, ставьте лайки, наберите, пожалуйста, 4 лайка. Трансляция закончилась. Всем пока-пока.